У меня сегодня первая вылазка в лес в этом году. Приперлась я сюда, чтобы посмотреть, зацвел ли лесной чабрец и набрать немного шишек для сада. А вот и моя первая находка. А вот на эти находки я совершенно не рассчитывала. У меня с собой нет ни корзинки, ни ножика, только пакет для шишек. Лисички, конечно, еще маленькие, но, как говорится, охота пуще неволи. В основном попадаются лисички размером сантиметр-полтора до 2 сантиметров. Но очень-очень много совсем мелких. Таких, которые не будешь брать просто потому, что их невозможно будет почистить. Вот сколько мелочи. Старалась ходить аккуратно, чтобы не подушить. Судя по всему, я ковыряю одну и ту же семейку. Я практически никуда не ходила. Я на опушке леса, потому что слышны будут машины. Все это рыжее сокровище я собирала в радиусе 3-5 метров вокруг своего пакета с шишками. Никаких других грибов в лесу я не видела. Не видела ни поганок, ни сыроежек. Да, в принципе, в лесу еще грибами особо и не пахнет. Всю свою добычу сношу к пакету с шишками. Принесла из машины еще маленький пакетик на лисички. Так что теперь у меня 2 тары с грибами и с шишками. Рука уже полная лисичек, но жаднющая и загребущая. Уже брать их некуда, но я все равно вместо того, чтобы освободить, пытаюсь этой же рукой еще добрать что-то.
варварствовать на этой мелочи не буду. Этих лисичек вполне хватит, чтобы сварить бульончик и сбить первую оскомину. Собираю все до последней микроскопической мелочи. Раз вырвала, значит, повезу домой и буду чистить. Кстати, очень много лисичек, попорченных дротяником. Приехала в лес в белом одеянии. И не зря. Ради вот этих вот граждан. Очень не хочется такое существо притащить домой и подарить коту. С тем, что лес не загущен и по чащам я не лазила. На себя я нацепила 3 вот такие вот брошки. Лесной чабрец еще не цветет. Вот в таком красивущем молодом лесу я гуляла. Далеко не ходила, была только на опушке. Ну, в принципе, наверное, дальше особо делать пока и нечего. А далее он порадует подберезовиками и боровиками. По дороге к машине нашла еще вот такую симпатичную рыжую парочку. И вот моя первая вылазка. Заканчивается ягода земляники так же, как и началась.